Мы находимся в Адлерском океанариуме. Такие вот здесь плавают рыбки. Помещение темно, освещены только бассейны. Ой, бассейн, говорю, аквариум. С Бразилии. С Бразилии? Рыба из Бразилии какая-то мелкая. Рыбок много плавает. Можно брать удочку и ловить. Шутка, конечно. Вот такие здесь рыбки плавают. Красивые. Вот сколько много рыбы. Руки в воду не опускать. Использовать вспышки. Штраф 500 рублей. Не садится. Здесь вот черепахи сидят. Ну, а рыбка у нас тут плавает.
осетр, осетровые. Это осетровые, осетр, скорее всего, или из его семейства. Они вам по кругу нарезают здесь. Да. А, туда. Спускаемся на нижний этаж. Здесь как-то очень темно. О, Мурена. Вот она сколько здесь. Надо. Давай вставай. Это не надо было вход. Под даму выглядывать из норы. Фу, стрёмный. Это Мурена. Мурена походу. Он змеи похож. Ящер вообще не так. Фу, смотри, он большой валяется. Точно Мурена. Мурена, кто-кто? Хуй, может, так. Вот так, акула. Акула, что себе? Баба, акула. Аня, давай тебя сфотографируем. Да не надо меня сфотографировать. Ой, я хотел сфоткать, а не они вон как плавают туда, кругами. Вон кого-то уже съели. Скелет валяется. Кого съели? Вон съели кого-то. Камни похожие. Аратон, рыба еж, крылатка. Рыба еж, наверное, вот это. Сливается с камнем. Лежат акулы, не знаю, настоящие, нет, как-то они не по-настоящему лежат. Вон, всплывет наверху. Акула Да это не акула, чай. А что же это потом? А, ну акула. А нет, а, где какая-то акула? Это присоска. Присоска.
Прямо на голова. Да ладно. Смотри, мол, какая рыба. Вот она акула плывет над головой. И эти рыбы плывут над головой. А это уже выход, да, да. Ну вот такой океанариум, и там уже выход.